для души и глаз. Поет Татьяна Раецкая. После таких больших людей приходится опускать микрофон. Сейчас наш новый гость из града Чехова приехал. Зовут же Юрием Манешиным с утра. А с ним Ерохин Павел и Троицкий Владимир. Ну сейчас он мне не нужен. Хорошо, вот его пока вообще. А? Сейчас пока не нужен. Он мне потом понадобится. Это смертельный номер, господа. Вот два музыканта, которые рядом со мной стоят, они вот только здесь познакомились. Вот, до этого я их обоих знал, они друг друга. Вот, все. Ну, теперь другое дело. До Рождества улетают птицы на юг.
И на сердце печаль и печать, злые ветры мне песни поют. Ах, заставьте же их замолчать. А что это называется? Злые ветры. Очень злые. Надо их заставить. Так. Это не мой. Ах, чей? Дубль два. Так. Ага. Так, как-то тихо я. Улетают птицы на юг, облетает с деревьев листва, угрожая вой зимних вьюг, буду слушать их до Рождества. Улетают птицы на юг, и на сердце печали печать, злые ветры мне песни поют. Ах, заставьте же их замолчать. На столе догорает свеча, уж ни света, ни жди, ни тепла, как была любовь горяча. Только жаль, не прочнее стекла. Обложили небо дожди, то селецкий потоп, то ли плач. От любви ты пощады не жди, это самый жестокий палач. Это самый злой драматург изощренных сюжетов король. Препарирует жизнь, как хирург, точно знает, как выглядит боль. На столе догорает свеча, полумраке туманится взор, как была любовь горяча. Только жаль, не прочнее, чем фарфор. Птицы, и что ж, минет осень, вновь выпадет снег. Белый снег строит черную ложь, и начнет снова время свой бег. Безутешно плакал я, но поумерило время мой пыл. Мне уже почти все равно, и тебя я почти позабыл. На столе догорает свеча, выпив с горя друг на посошок, как была любовь горяча. Посмотри, вот на сердце ожог, на столе догорает свеча, уж ни света, ни жди, ни тепла, как была любовь горяча. Вот догорела дотла. Спасибо.